Сейчас о них говорит все Запорожье, а через 5 дней заговорит и Украина. Серьезная заявка всколыхнула город. «Мы поставим национальный рекорд», — решили Анна Редько и Юра Юрченко. И гордо удалились в свой кабинет готовиться к эфиру. Уже 2-й месяц ребята не знают ни сна, ни отдыха. Ведь впереди испытания. 26 часов беспрерывного вещания в прямом эфире телеканала ТВ5. Откуда черпать энергию будете? Є у нас кілька варіантів. Щоправда, поки що ми ведемо... Не утвердили ще, який іменно варіант. Весь город уже знает об этой затее. Яркие рекламные щиты несколько недель привлекают к себе внимание. Об этом написали во многих запорожских интернет-изданиях. Завтра ведущие программы «Утро с ТВ5» будут набираться сил прямо в центре города, заряжаясь его энергетикой. Подготовка не шуточная. Все с нетерпением ждут появления в студии интересных гостей – танцоров, музыкантов, спортсменов и многих других. В программе примут участие звезды всеукраинского масштаба. По поводу сюрпризов хотела задать вопрос в течение этих 26 часов. Сюрпризы от вас? Или для вас, от ваших гостей? Ну, судя по тому, что день рождения, наверное, ну, вам. Скажу честно, сюрпризы вообще, во-первых, должны оставаться сюрпризами. Сейчас, мало того, до конца никто не знает, какие это будут сюрпризы, даже мы не знаем. В марафоне поучаствуют и другие ведущие телеканала ТВ5, которые расскажут, как создаются программы, поведают о сложностях телевизионного производства, курьезных ситуациях и даже покажут неудачные кадры со съемок. Во время марафона абсолютно все телезрители смогут попасть на экскурсию по телеканалу, которую проведет генеральный директор ТВ5 Максим Анаприенко. Узнать об экскурсии мы решили из первых уст и спросить у генерального директора телекомпании ТВ5 Максима Анаприенко. И чтобы к 26-му было готово. Алло. Да. Ну, 26-го, как я и говорил. Да, 26-го. Угу. Скажите, пожалуйста, пару вопросов. Экскурсия. Можно несколько слов о ней? Ребят, ну, экскурсии надо не рассказывать. Экскурсию надо смотреть. Включайте ТВ5 в 7 утра 26 августа и смотрите экскурсию по нашему телеканалу. Мы решили расспросить о марафоне и других сотрудников телеканала. Это будет круто! Очень интересно. Весьма познавательно. Будет много интересных людей. Мы будем играть со зрителем. Мы поставим рекорд Украины. Мы решили, что лучше, чем Анна Редько и Юра Юрченко, нам про марафон никто не расскажет. Ой, здравствуйте, а можно с ведущими утра поговорить? Они еще спят, они готовятся. Извините. Рекорд 26 часов прямого эфира утреннего шоу будет зафиксирован в книге рекордов Украины. Стартует марафон на телеканале ТВ5 26 августа в 7:00. А финальное слово ведущие скажут в 9 утра 27 августа. Это будет действительно интересно, не пропусти. Дарья Купличенко, Юрий Васильченко, ТВ5.